Уважаемые друзья, записываю без микрофона. Сейчас был гейм. Подвигались в удовольствие. Давайте возьмем интервью у Дмитрия, который проиграл этот матч и не сделал сегодня абсолютно ничего. Дмитрий, пожалуйста. Отличная игра, всем спасибо. Как мы были предельно лояльны к сопернику, поддавались где могли, где-то сдавались, где-то включали дилетантов. Дмитрий, можно парочку вопросов? Да. Скажите, так, как вы оцениваете игру вашего тренера, когда он выходит в ноль и его второй тренер догоняет и обезглавливает? Значит, это связано с психосоматическими расстройствами непосредственно перед выходом на лед. Тренер был облагодействован свыше набором шайб компании «Систем». То есть получается то, что это еще вы ему подарили подарок, и после этого он еще провел такой худший матч свой, да? Абсолютно, абсолютно. Это было сделано нарочно, специально, чтобы сегодня выиграли те, кто на самом деле тренировался от души, от сердца, от печени, от, как говорится, возможностей семейного бюджета. Все было сделано для победы! Для победы! Белые сегодня проиграли. С достоинством! Не с достоинством, в десяток улетели просто. Просто немножко не хватило, скажем так. Уверенности. Уверенности, да, в завтрашнем.